На железнодорожном вокзале большое скопление людей в военной форме. Здесь провожают саратовских мобилизованных. Сюда их подвозят на автобусах. Проводить родных пришли и родственники. Провожаю сына. 19 лет. 4 месяца назад пришел с армии. У нас такой мальчишка. Крепкий, хоть нам подмигивает, все будет хорошо. То есть он нас поддерживает. Если он в хорошем настроении. Мама, не переживай, все будет хорошо, мы вернемся, родину защитим, все будет хорошо. Придется выполнять свой долг, и там будет, наверное, нелегко. Вы должны знать, что здесь для семей, из которых вы ушли, мы не оставим никого. Будет принято очень много решений. Самое главное – возвращайтесь. Возвращайтесь и знайте, что вас здесь ждут, за рот молятся. Возвращайтесь быстрее. Глава региона лично возглавил мобилизационную кампанию. Она началась с конца сентября. Перед отправкой резервисты приняли участие в учениях, провели боевое слаживание и стрельбы. Многие даже не были призваны через военкомат, а стали добровольцами. Уходит полк. Не один. Сила сильная. Ребята, прошедшие воинскую службу, понимающие, что это такое. Пусть кто-то не имеет боевого опыта. Участие в боях, ну, это все быстро придет. На войне все учатся очень быстро. Ребят, вам воинскую удачу, храни вас Господь. Возвращайтесь домой с победой, мы вас всех ждем. Его пришли провожать всей семьей. Сергей Смирнов говорит, получил повестку и отправился в военкомат. Опыт имеет, прошел срочку, служил на Дальнем Востоке. Дух боевой, нормально все, настроение хорошее. Служили? Конечно. Лет, наверное, 14 назад. Вот так. Как положено? Да. С этого же вагона, на этом же месте и уезжал на сорочку. Сюда и же. Опять же призвали с этого же места. Сюда же и приедем. Сюда же и приедем. Да. И вы нас также встретите здесь. С саратовского вокзала мобилизованных отправят в боевые военные части. Они и дальше будут проходить дополнительную подготовку. Пополнения там ждут. Екатерина Сулейманова, Олег Буланов, Саратов 24.